Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о некоторых вещах, которые обязательно должны быть в вашем доме. Потому что эти вещи не только вас оберегают и охраняют, а также могут привлечь изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Что это за такие вещи? Далее, более подробно, друзья, все в этом видео. Как мы уже неоднократно говорили, что энергетика каждого дома и каждой семьи, они особенные, уникальные. И очень важно, чтобы энергетика была только положительной. Для этого нужно обязательно за ней следить внимательно, периодически проводить чистки, ритуалы, обряды, практики, которые будут притягивать к вашему дому то, что нужно именно вашей семье. Но также немаловажным является то, какими вещами мы себя окружаем. И нужно в доме иметь и обереги, которые, находясь в нем, будут притягивать и увеличивать потоки светлых энергий. Очень важно, когда в вашем доме есть определенные статуэтки или фигурки. К сожалению, многим людям неизвестно то, что такие вещи оказывают очень сильное энергетическое влияние на нашу жизнь. Поэтому к таким вещам нужно относиться со всей серьезностью. В доме должны быть только те предметы, которые наполняют его светлыми энергиями. В противном случае можно не только разрушить то, что имеется на данном этапе, но и, к сожалению, притянуть себе массу неприятностей на жизненном пути всей семьи. Перед тем, как принести в дом какую-либо фигурку или притянуть ее в дар, нужно быть уверенным в том, что она, эта вещь, не принесет вам вред, а наоборот поможет сделать вашу жизнь более удачной, более счастливой, а энергетику вашего дома более чистой и светлой. Вы должны выбрать свою статуэтку или фигурку, которая нужна конкретно вам или вашей семье. Установите с ней связь и используйте ее для помощи себе. Поэтому не стоит заполнять дом большим количеством всевозможных статуэток и фигурок. Займите несколько, но некоторые смогут концентрировать в себе в полной мере желаемое вами. Иначе энергии будут распыляться по разным местам, и в результате вы ничего не измените и не сможете получить. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашем доме присутствовала удача, вы легко справлялись с поставленными задачами, а женщины, которые в нем живут, с каждым днем становились только красивее, умнее, обаятельнее, вам нужно обязательно заиметь статуэтку или фигурку змеи. Эта статуэтка имеет и целительные свойства, потому что она помогает справиться с проблемами, которые связаны с костями. Когда принесете такую статуэтку в дом, подержите ее в левой руке и проговорите обязательно такие магические слова. «Этот оберег в дом принесла, в помощь ее призвала. Мне, пожалуйста, помогай, красотой наделяй, удачей дом заполняй и с поставленными задачами справиться помогай». Разместите статуэтку вы можете в любом месте в вашем доме. Если у вас в семье периодически происходят какие-то конфликты, недопонимания, вы не можете найти между собой общий язык, то обязательно обзаведитесь статуэткой или фигуркой черепахи. Потому что именно фигурка черепахи сгладит все происходящее в вашем доме страсти, притянет к вам нужные энергии, и ее лучше установить перед зеркалом, куда вы часто смотритесь всей семьей. Это поможет вам уладить все неприятности, и с каждым разом, когда вы будете смотреть в это зеркало, отношения будут улучшаться с каждым днем. Также эта фигурка ассоциируется и с долголетием. Когда принесете ее в дом, нужно, чтобы все члены вашей семьи к ней прикоснулись, а вы при этом обязательно скажите следующие магические слова. Этих людей, и называйте имена, оберегай. Бурные эмоции убирай, чтобы все в доме было хорошо и светлые энергии наполняли только это жилье. Если у вас есть частые финансовые проблемы, вы хотите увеличить имеющийся доход, а также все дела, за которые будете браться, чтобы они заканчивались у вас успехом, то, проявляя при этом мудрость, вам нужна статуэтка или фигурка слона. Но, обращаю ваше внимание, у него обязательно должен быть поднят вверх хобот. Это будет означать, что вы не остановитесь на достигнутом и будете стараться постоянно двигаться вперед и вперед. При этом на своем жизненном пути вы будете притягивать различные положительные энергии, которые будут направлять вас к финансовым и успешным свершениям. Когда вы принесете его в дом, подержите правой рукой за хобот и при этом проговорите такие слова. «Деньги с каждым днем в большем размере в свою жизнь привлекаю, себя и свою семью ними окружаю. Мудрость в мой дом приходи и с собой его заполони. Пусть все дела, за какие с этого момента возьмусь, с успехом для себя и своей семьи завершу». Если вы ждете каких-то положительных перемен, то и хотите позади оставить какие-то неприятные жизненные моменты, и чтобы на их место пришли хорошие события, нужно купить и установить в доме статуэтку или фигурку аиста. Она притянет в ваш дом то, о чем вы давно желаете, поможет отпустить вам негатив, который мешает двигаться вперед и притянуть положительные события, а также начать абсолютно новую жизнь, которая будет более интересной, разнообразной и веселой. А когда принесете эту фигурку домой, нужно разместить обязательно ее в спальне. Перед тем, как ставить ее на место, подержите на уровне вашей груди и проговорите такие магические слова. «Все, что плохое произошло, позади оставляю, теперь только светлое будущее ожидаю. Все хорошее ко мне приходи, в мою жизнь входи, а негатив ты стороной обходи и вреда мне больше не приноси». Если в вашей семье есть кто-то неуверенный в себе человек, то тогда вам нужно купить статуэтку или фигурку кошки. Также такая статуэтка способна притягивать в дом счастье. Так, когда вы будете устанавливать ее, вы почувствуете интуитивно, какое место больше всего ей подходит. И далее проговорите такие слова. «Счастье в дом пришло и его заполнило. Уверенность все члены семьи обретают и с любимыми делами успешно совладают». Хорошо, если у кошки будет поднята лапка. Так, с ее помощью можно аккумулировать нужные энергии в нужном для вас направлении. Например, если вы видите счастье в крепкой семье, то тогда напишите на листочке следующую фразу «крепкая семья» и разместите так, чтобы лапка указывала на этот лист. Или если ваша, например, профессия связана с торговлей и вам нужна помощь в успешных продажах, держите кошку за лапку и проговаривайте такие слова. «Мне помоги мои торговые дела с успехом завершить. Пусть я смогу осуществить задумку любую свою». Если вы хотите, чтобы в вашем доме присутствовала сильная энергия, а вы могли обзавестись авторитетом у окружающих вас людей, а также получить быстрое карьерное продвижение, вам нужна статуэтка или фигурка тигра. Когда принесете ее домой, на 3 дня под нее положите вашу семейную фотографию и проговорите такие магические слова. «Нам всем помогай, силой нас наделяй, чтобы каждый из нас смог добиться того, о чем мечтается. Сильная энергия приходи и добиться высоких свершений во всех сферах помоги». Эта статуэтка отлично подходит для людей, которые имеют свой бизнес и станут оберегом, которые будут не только подталкивать в нужном направлении, но и оберегать от необдуманных и поспешных поступков. Для этих целей статуэтку нужно брать раз в неделю в руки и проговаривать такие магические слова. «Наши энергии переплетаются. Я за помощью к тебе обращаются. Бизнес мой оберегай и меня своим чутьем наделяй». Если вы знаете, что многие люди завидуют тому, как вы живете, что вы делаете, то вам нужно защититься обязательно от негативных посылов, которые посылают по отношению к вам. Для этого обязательно приобретите статуэточку или фигурку собаки. Она также будет помогать восстанавливать биополе всей семьи. Для этого разместить ее в том месте дома, где семья больше всего проводит времени. Когда будете размещать, проговорите такие магические слова. Друга в дом принесла, негатив с его помощью отогнала, посылы зависти отбила. Сильными энергиями окружай и биополе всей семьи восстановить во время отдыха помогай, а также укрепляй и от любых воздействий в дальнейшем ограждай. Если вам нужны жизненные силы, энергии, выносливость, вы желаете покорить много вершин, стать успешным и богатым человеком, то вам нужна фигурка или статуэтка, и это будет лошадь. И вы знаете, вот именно такую фигурку лошади хорошо размещать в своем кабинете, либо в том месте, где вы работаете. Она будет помогать вам притягивать различные идеи, мысли по развитию новых, например, направлений в работе, а также проекты, воплотив которые вы сможете стать известным и ни в чем не нуждаться. Когда принесете ее в дом, обязательно проговорите следующие магические слова. «Силой себя окружаю», «Выносливостью с помощью этой фигурки наделяюсь, мыслями нужными голову заполняю, идеи придите меня в нужное русло, подтолкните». А вот если вам тяжело контролировать свои эмоции, вы не можете сконцентрироваться на том, что действительно для вас важно, и растрачиваете по пустякам именно свои энергии, тогда вам необходимо приобрести статуэтку или фигурку рыбы. Она поможет вам концентрироваться на том, что важно для вас. Вы научитесь контролировать свои эмоции, а когда будете чувствовать, что собираетесь выплеснуть эмоции наружу, соберитесь. Возьмите статуэтку в руки и в данный момент скажите такие магические слова. «В руки я себя беру». То, о чем пожалею, вскоре не произнесу. Эмоции контролирую и в нужном направлении направляю их. Талисман рыбы также подходит людям, которые любят постоянно учиться или изучать что-то новое. Не стоять на месте, а окружать себя новыми и новыми знаниями. Ну а если вы хотите, чтобы изобилие было у вас во всем, вам нужно приобрести фигурку или статуэтку жабы. Она должна стоять на самом почетном месте у вас в доме, так, чтобы ее постоянно было хорошо видно. Когда будете ее располагать, проговорите следующие слова. «Изобилие в дом привлеки, всю мою семью ним окружи, чтобы нужды ни в чем не знали и только изобилием себя окружали». Также хорошо, когда в доме есть трехлапая жаба. Конечно, ее лучше всего размещать на подоконнике. Она будет притягивать не только светлые энергии в ваш дом, но и способствовать денежным потокам в вашу жизнь. Ее нужно раз в неделю обязательно брать в руки, вытирать кусочком светлой ткани и проговаривать такие слова. «Деньги придите, мое финансовое положение в лучшую сторону измените». Она будет помогать и постоянно притягивать деньги к вашей семье. Также большая просьба содержать обязательно ваши все фигурки, ваши статуэтки, которые приносят вам изобилие, достаток, благополучие, которые направляют вас на тот путь, который важен и нужен для вас именно в чистоте. Так как если на таких фигурках или статуэтках есть пыль, то это будет мешать положительным энергиям благоприятно действовать, а пыль будет притягивать определенный негатив, который будет приносить различные, к сожалению, неприятности. Также нужно периодически обязательно брать в руки время от времени ваши статуэтки. Это поможет вам устанавливать с ней связь именно на энергетическом уровне. Ведь если вы долгий период этого не будете делать, то, к сожалению, ваша связь теряется. И эта вещь начинает существовать сама по себе, а вы не будете уже получать от нее нужный для вас результат. Также обращаем ваше внимание, что когда вы покупаете фигурку, вы покупаете статуэтку, вы должны сами быть обязательно только в хорошем настроении. Бывает так, что вы случайно зашли в какой-то магазин, хотя вы раньше никогда в него не заходили по разным причинам. И вот как будто вас кто-то привел, и вы случайно увидели или фигурку, или статуэтку, и вот она вам очень-очень понравилась. тогда покупайте, скорее всего, именно это та фигурка, которая поможет вам в ближайшее время осуществить все ваше желаемое и помочь в осуществлении ваших планов. Помните о том, что только вы сами можете изменить свою жизнь, а наши ангелы-хранители, высшие силы обязательно вам в этом помогут. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно и поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше понравилось. И смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.